Книга «Открытым оком», вопрос 947, тема «Евреи». Во время пришествия Христа состояние иудейской веры было такое же, как сейчас состояние православной веры. Можем ли провести аналогию? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне кажется, что состояние сегодняшнего православия намного хуже. В Иудее времен жизни Иисуса Христа соблюдались хотя бы предписания старцев. Люди ревновали о соблюдении субботы. Могли побить нарушителей закона Моисеева. А сегодня в православии вообще ничего нет, это просто улица. Нет никакого фанатизма вообще. Смертельная разжиженность. Евреи платили десятину, жертву повинности, жертву за грех. Сегодня ничего этого нет. И хотя пророки уже прекратились, но Писание их народ знал. И было страстное ожидание прихода Мессии. В России сегодня ничего этого нет. Власть коммунистов... Власть коммунистов тысячекрат старше римской власти и претерпев... Ну старше, ну посчитай, ну какое старше? Страшнее, да. Власть коммунистов тысячекрат страшнее римской власти и претерпев невиданный геноцид, насильственное умерщвление 66 миллионов человек в стране от этих извергов, продолжают тянуться к ним. Расстреляны почти все священники. Большевики уничтожали 57 тысяч храмов. Уничтожили 57 тысяч храмов. Не уничтожали, а уничтожили. Уничтожили, да, я перечитал. Расстреляны почти все священники. Большевики уничтожили 57 тысяч храмов и 1275 монастырей. И сегодня правоверные православные голосуют за этих самых коммунистов, за этих извергов рода человеческого. И это еще не самая бездна безумия. Во главе этой толпы изгоев стоят православные попы и прямо призывают голосовать за нечестивцев. Ниже этого падения, кажется, и быть ничего не может.